Связист ТВ. Узнай новости первым. Более 130 километров дорог регионального и местного значения отремонтировали в Нижегородской области по национальной программе «Безопасные и качественные дороги». Таковы итоги работы в 2018 году. Мы не ограничиваемся только же дополнительным финансированием, мы изыскиваем ресурсы из нашего бюджета и с помощью применения современных технологий мы увеличиваем объемы выполнения работ. Это и холодная регенерация, большой объем запланирован на следующий год, это и выполнение работ с помощью технологии тонкослойных покрытий. В следующем году ремонт дорог проведут в 43 районах области. При этом 90% всех аварийных участков вошли в программу по обращениям жителей. Это трассы, по которым проходят маршруты общественного транспорта и места высокой концентрации ДТП. Это направление на Павлово-Навашино, Касимовская дорога, это Работки-Порецкое, это Кировское направление. Вот, это то же самое, ну, приближенное к Нижегородской агломерации и восточный подъезд к Нижнему Новгороду. То есть именно эти объекты, так как там интенсивное движение, учитываются в первую очередь. В следующем году увеличивается финансирование программы. На обустройство дорог региона потратят почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Нижегородская агломерация отремонтирует более 50 километров дорог. Программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана на 5 лет. Проект предусматривает не только укладку нового асфальта на трассах, но и установку дополнительных средств фото- и видеофиксации, весогабаритного контроля и автоматизированных систем управления дорожным движением.